больше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. А, кстати, пока дети гуляют по парку, чем могут заняться родители, если не хочется гулять по парку? Если не хочется гулять, конечно, есть у нас и кафе, есть и где-то чайковка выпить, она предлагает им и остаться в шезлонге, как большая, как сыграть книжку, пройтись по лабиринтам, ну, такие другие есть возможности. Я вот издалека, по-моему, уже вижу тиранозавра Рекса, ничего не помню. Гигантское чудо. А сколько вообще типов динозавров у вас здесь представлено? Всего у нас только 42 динозавра есть. По сравнению с тем количеством, которое обитает на нашей планете Земля, это не что-то мало, конечно. Ученые сейчас видят, где-то было 600 видов, говорят, что было. Так что 10% видов. А было есть куда расти, я должен сказать. Да, да. Мы каждый год обновляем, новые экспонаты появляются. И сейчас сами видите, вот, что кто-то творится в парке, что-то новое. Будет ли новинки? Вот я заметила динозавра гигантиметра. Звучит как название какого-то антибиотика. Я даже никогда в жизни не слышала, что были динозавры диметратоны. Так, а вот здесь у нас живые динозавры, и нынче трансформировались, и представляют собой человеческую козочку. Ну какие-то они коротковые, что-то какие-то